Сегодня Москва расширила экономические санкции против Турции. Владимир Путин подписал указ, который запрещает или ограничивает выполнение турецкими компаниями отдельных видов работ на территории России. Фактически документ дополняет президентский указ от 28 ноября о специальных экономических мерах против Турции. Так теперь работать в России не смогут не только компании, находящиеся под турецкой юрисдикцией, но и фирмы, контролируемые гражданами Турции или турецкими компаниями. Президент своим указом также поручил определить перечень контрактов, на которые запрет не распространяется. Россия ввела экономические санкции против Турции после того, как турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24, выполнявший боевые задания в Сирии. Тогда погибли пилот самолета и спецназовец, участвовавший в спасательной операции.